Итак, друзья, Димон у нас сегодня готовит, повар, шеф-повар. Рассказывай, что это такое, как, с чем его едят. Сделали зажарочку, налили кальду, специальным бульончиком. Сейчас будем туда окунать рис и ждать. А сейчас мы что закинули туда? Зажарочку. Называется марка. Из чего она? Марка состоит из, делается как бы, этот кальду. Бульончик из креветочек разных всяких. Потом кальмарчик, 2-3 вида. И 2 вида перца, лук и много чеснока. Все. Сколько оно готовится вот это сейчас? Ну, готовится, как рис приготавливается. То есть закипит, и нам остается подождать, пока будет готов рис. В основном, в домашних условиях это... А когда будет закидываться вот это вот? 40. Это в самом конце. Оно уже готово. Ага, в самом конце. Все. Позже узнаем.